У меня остался небольшой кусочек ткани от платья. Из него я решила сделать еще одно болеро. Для этого нужно будет вырезать вот такую вот деталь и опалить по краю данный кусочек. Так, далее берем хлопок и крючки, которые потребуются для того, чтобы обвязать ткань. Это 0,75. Так, сейчас свет сделаем. 0,75 и 1,25 миллиметра. Начинаю обвязку я с центра, то есть вот как он у меня пополам был сложен, так вот с этого места я и начну. Берем крючок 0,75 и обвязываем обычными столбиками данную ткань. Я показывать обвязку не буду, так как я уже ее показывала на платье. Посмотрите, на платье Белоснежка. Закрепляю нить. Так, делаю петельку. Вот этот хвостик мы оставим. И дальше начинаю вязать столбики. Аккуратненько. Ну и так далее. То есть нужно обвязать сначала обычными столбиками, а затем уже сделать кружевную обвязку. Теперь берем ткань. Ее нужно обвязать. Нить я возьму ту же пряжу, а крючок 0,75 миллиметра. То есть совсем тонкий крючок, чтобы не сделать больших отверстий в ткани. Итак, делаю крепление нити. Аккуратненько. Потом хвостик я уберу. И вот таким образом обвязываю ткань. То есть обычные столбики без накида. Так, где резкость? Ну и так далее. То есть нужно обвязать ткань вот такими вот столбиками. Итак, вот я подошла к тому месту, откуда начала, и сейчас мне нужно сделать соединение. Нахожу первую петельку. Так, и аккуратненько полустолбиком заканчиваю обвязывание вот таким вот образом. Дальше я буду делать обвязывание кружевом. То есть мне нужно будет связать, вот я уже внизу связала, вот такой вот узор. Единственное, здесь вот внизу как бы он идет по направлению вязания, а на верхней окружности нужно будет сейчас развернуться, то есть вязать нужно будет вот так, как бы зацепляясь вот за вот эти вот нити. А верхние нити нужно будет оставить для крепления корсета. Итак, я беру крючок 1,25. Затягиваю нить. Мне нужно будет еще ввязать вот эту вот нить. Набираю цепочку из 10 воздушных петелек в 2 вот эти нити. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Две не очень удобно, но это нужно для того, чтобы закрепить вот эту нить. И 10. То есть вот у меня получилась вот такая вот цепочка. Теперь я разворачиваюсь, то есть вязать я буду вот так. Пропускаю 5 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, и в шестую, вот за эту ниточку, делаю крепление.
То есть вот эту цепочку прикрепляю вот таким вот образом. Так, дальше мне нужно будет, то есть нижние вот эти, вернее верхние, вот если повернуть правильно, это будут верхние нити. А если по направлению вязания, то это нижние нити. Я оставляю, еще раз повторюсь, для крепления корсета. Затем я набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И пропустив 2 столбика, 2 петельки, в третью делаю крепление. Вот таким вот образом. Затем опять нужно будет набрать 5 воздушных петелек, опять пропустить 2 петельки и в третью сделать крепление. Прикрепляем столбиком без накида, то есть вот таким образом. И дальше пойдут цепочки, то есть большая цепочка и 2 маленькие. Большая из 10, маленькие из 5, а расстояние между данными креплениями здесь 5 петелек, здесь 2. Итак, вот я довязываю последнюю маленькую цепочку из 5 петель и делаю крепление к началу вязания, то есть вот сюда. Вот таким образом. А теперь хотела бы сказать несколько слов по поводу того, если вдруг у вас останутся лишние петельки вот здесь, или вам не хватит, наоборот, петель. Как быть в такой ситуации? Нужно лишние, если остались лишние петли, вот у меня осталось 2 петли первоначально, распределить вот в этих больших цепочках. То есть вот здесь у меня не через 5 петель, а через 6. И таким образом я провязала 2 цепочки, то есть вот эту цепочку и вот эту. И таким образом у меня вот эти 2 лишние петельки, которые остались, они как бы ушли в вязание вот этих больших цепочек. А если петель не хватило, делайте то же самое, то есть распускаете небольшое расстояние, не хватило, допустим, 2 петель, вместо 5 делаете 4. Либо каким-то другим способом распределяете петли таким образом, чтобы у вас вот эти все цепочки увязались.